Всем привет! Ну что, настало время первого видео на нашем семейном YouTube-канале. И я считаю, то, что ну, первое видео должно быть посвящено знакомству. Сегодня буду знакомиться, правда, с вами я одна. Меня зовут Ира, у меня есть семья. Наша семья состоит из 4 человек. Муж Андрей и 2 деток. Коленька, сынок, ему 5 лет, и доченька Есения, ей 3 годика. Они ходят в детский сад. Сегодня только были на утреннике. Утренник был посвящен благотворительности, собирали денежку на благотворительность. Вот, я там что-то поснимала, может, что-то выложу потом. Ну, это видео у нас знакомство. Вот, я сейчас так сложилось, то, что я не работаю, и давно хотели начать снимать, но все никак не решались. Так вот, сейчас больше времени, так как я уже сказала то, что я не работаю, впервые больше, чем за 1,5 года, я сейчас нахожусь дома одна. Это очень непривычно, я привыкла то, что кто-то дома, если даже я оставалась без мужа дома, то оставались детки дома. Так как болели, еще что-то, вот, и непривычно, что сегодня в садик детей отвела, и идешь домой, ну, непривычно, ну, обычно отведешь детей в садик, приходишь, там, ну, завтракать с мужем, садимся, вот такое, а сегодня я одна, вот так вот, и решила же, говорю, записать видео знакомства с вами, будем стараться снимать видео больше, у нас семья не скучная, есть что поснимать, вечно что-то делаем, муж что-то делает, вот. Ну, как-то вот так вот, больше я не знаю, что сказать, будем постепенно знакомиться, что-то буду рассказывать, ну, уже будут появляться там и детки, и муж потом постепенно тоже будет появляться на видео. Будем, так сказать, с вами знакомиться более глобально. Вот, пока!